Включаем усилитель, обдув, включили, включаем непосредственно power. Немного изменена передняя панель, удобны стали шкалы считывания для настройки конденсаторов согласно таблице. И на передней панели установлена индикация сработки защиты, светодиод и кнопка reset. Также выделены в рамочкой индикаторы. Так, смотрим. Смотрим. Так, еще немножко. Усилитель прогреется. Полминутки. И подадим вот порядка 30 ватт. 30 ватт по входу усилителя подадим. Так, и смотрим на индикатор. Измеритель мощности дайва. Смотрим при 30 ваттах. Ну, поэтому усилитель 1250 ватт отдает. Притоки 600 мА. Лампа не плавится, не стреляет. Как люди сказали, что она более 500 ватт не должна давать. 1200, почти 1300 ватт дает. Так. Теперь я продемонстрирую систему защиты, которая установлена в этом усилителе. Она срабатывает при неправильной настройке усилителя. При правильно настроенном усилителе ток экранной сетки должен составлять порядка 7, 9, максимум 10 мА. Защита отрабатывает при токе 15-20 мА. Вот при киловатте, вот смотрите, при 1300 Вт ток экранной сетки порядка 10 мА. Если человек неправильно настроит усилитель, сработает защита. Вот я продемонстрирую. 1300 Вт. Четко отработала система защиты. Мы сбрасываем защиту. Так, смотрим. Опять она сработала. Я неправильно настроил согласно таблице. Таблица у нас тут 29. 29 должно быть. Смотрим. О, сейчас правильно настроили. Вот подстроили. 1300 ватт. Как с куста. Так, теперь давайте попробуем дать 100 ватт. Ну, люди забывают. И дадим прямо 100 ватт. Вот я продемонстрирую 100 ватт. Вот видите, 100 ватт. 100 ватт отдает. И прямо подадим 100 ватт на вход усилителя. Четко отработал, ничего не случилось абсолютно с усилителем. При 100 ваттах. Так, уберем 100 ватт. И делаю вот это 30 ватт. Так, reset нажали, все, ток пошел. Так, на обрыв антенны. Вынимаем антенну. Вот антенна. Видите, снята антенна. И даем усилитель раскачку. И сымитируем обрыв. Четко отработала система, спасая усилитель. Абсолютно ничего усилителю не случается. Вот вкратце все. Вот такой усилитель нового поколения. Спасибо за внимание. Я UX1 и X. Пока.